Всем привет, друзья! Продолжаем снимать видосики по вашим комментариям в инстаграмчике, так что подписывайтесь, мы там иногда пишем, что снимать, потому что иногда не знаем и скучно. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет в описании. И мы снимаем сегодня трапецию. Пацан попросил снять упражнение на трапецию, и мы покажем сегодня три упражнения разных. Поехали, короче! Окей, ребята, первое упражнение. Вы висите на турнике и поднимаете себя, но здесь не как в подтягиваниях вы должны сгибать руки, а наоборот, руки у вас должны быть полностью прямые, ну или чуть согнутые, чтобы не раскачиваться, и поднимать вы себя должны чисто плечами. Делать можно примерно 3 подхода по 10 повторений. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Если вам слишком легко, без веса, то накидывайте блинов побольше и вперед. Вот я пишу, расслабил. Также вы можете посчитать, что вы делаете и вы ничего не чувствуете и думаете, херня, это, короче, упражнение не работает. На самом деле оно работает. Нужно просто выполнять все действительно подконтрольно. Если вы делаете медленно, да, и ничего не чувствуете, попробуйте делать наоборот быстро и больше повторений. Или наоборот, если вы делаете быстро, пробуйте делать это медленнее и медленнее, чтобы мышцы у вас напрягались дольше. Ребят, также хочу добавить, что на брусьях задействуется больше нижняя часть, а на турнике наоборот верхняя, так как вы будете работать больше на турнике этой частью, а здесь, я думаю, достаточно видно, что напрягается у него больше нижняя часть. Делать нужно тоже 3 подхода по 10 повторений. Опять-таки здесь можно и с весом выполнять это упражнение, если кому будет не хватать. Так, ребят, следующее упражнение — это просто подъемы, как мы делаем в зале с гантелями, либо со штангой, только мы будем делать с подручными средствами. Это у нас вот такие блины, допустим, да, называть их будем так. Тоже встаем прямо и делаем вот такие движения. Сзади это выглядит так. Здесь тоже делаем 10-12 подходов, повторений по 3 подхода. И все будет четко тогда, ребят. И обязательно, смотрите, у вас руки должны быть прямые, не нужно их вот так сгибать начинать. Вы делаете только трапеции, руки абсолютно прямые. И последнее упражнение, друзья, это книга. Она идет как на спину, так и включается трапеция. Тоже делаем 3 подхода по 10-12 повторений. Это на массу как раз будет. Смотрите, как это делается. То есть у нас спина имеет такое свойство, она работает вот так, это когда мы подтягиваемся. И когда мы делаем книгу, то она работает как бы, раскрывается как будто как книга. И это задействует вот эту среднюю часть трапеции, не верхнюю, а среднюю. Смотрите, как делается. Желательно, конечно, ноги повыше поставить, но у нас кривые бревна вот тут. Поэтому мы ставим сюда и делаем вот такие движения. Это тоже должны быть максимально подконтрольные движения. И не забывайте, что когда вы делаете усилия, вы всегда должны выдыхать. Когда вы идете вниз, то вы должны вдыхать. Понимаете, да? И в нижней фазе, ребят, когда вы делаете книгу, вам нужно максимально раскрыть ваши лопатки. И когда вверх поднимаетесь, вам максимально нужно их свести. И просто должны не только вот как бы своим весом сводить, а также усилием просто сами еще максимально ее проминаете туда. Просто делайте очень-очень, чтобы прям даже гореть начало. Вот так. То есть не просто весом, а еще своим усилием. Итак, друзья, спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравились эти упражнения. 4 штуки вам показали. Они все прокачивают трапецию, что верхнюю, что и нижнюю. И используйте, пожалуйста, это. Все для вас делаем. Подписывайтесь на инстаграм, чтобы увидеть, когда мы будем скучать. И напишем вам, помогайте, давайте новые идеи, и вы напишите нам идеи. А так, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока!